Да, блядь, да Назар, выйди из кадра, блядь. Ладно, я недавно отдыхал в Турции, блядь. А, учился за границей, блядь. Я вообще такой мажор, смотрите на мои часы, я ими ебалы, блядь, расквашу. Я, блядь, вернулся. Просто это... Непередаваемое ощущение то, что я дома. Я просто не могу это описать. Это... Я в ахуе, я до сих пор не верю то, что я дома. Это... Я просто счастлив. Я не знаю, как это еще описать. Я, блядь, вернулся, блядь. Вернулся, понимаете, блядь. Я вернулся, я, блядь, охуел! Я, блядь, охуел! Нет, ну, часы новые. Да, я дома. Я младший сержант, командир танка. Всем насрать. В принципе, мне уже тоже вообще похуй на все, что, блядь, было вот этот прошедший год, который просто ебал меня. А данный ролик вообще делается с целью рассказать, чем я вообще занимался в армии. Вот, но как бы так очень-очень вскользь и просто сказать, что будет дальше. Потому что дальше у нас ебаное веселье. А чё у вас? Чё вы делаете? Чё у вас было? Просто понимаете, вы слишком медленные. На вкус смотри, вот. Вот мы потихоньку пьют. Я не знаю, что происходит. Я поехал в армию, это было, блядь, год назад. Год назад. Когда я поехал в армию, а весь первый день, чем я занимался, я, сука, собирал и разбирал автомат. Просто весь день собирал и разбирал автомат. Это веселее занятия не придумаешь. А потом нас построили, начали опрашивать, типа, знаете, передавайте привет своим родным, близким, типа, скажите то, что у вас все хорошо, вас тут кормят, лелеют, гладят и не пиздят. А, мой друг Юрец, одноклассник мой, друг Гришка, Димон, я, мы все как бы были пока что еще в одной группе, вот. Ну и, естественно, передавали привет, как хотелось. Мам, пап, привет, деда. Смотри, какая лысина. Ну, скоро буду, короче, малую поцелуить. После этого нас перевоспроили, Юрца отправили в пехоту, потом опять куда-то перекинули, Гришка попал в разведку, стал разведчиком, Димон стал механиком-водителем танка, а я стал, блядь, командиром ебаного танка. Постреляли, поготовились, короче, и через 4 дня у нас была присяга. Принял я, значит, присягу, и понеслось. С тех пор прошло много времени, я начал много шарить в танки, также многое до сих пор тупо не знаю в танке. Нет, я отвечаю на ваш вопрос, я не буду играть в танки. Потому что, как бы, играть в танки, блядь, и в реальной жизни управлять танком, это совершенно разные вещи, и они как бы не клеятся. Чуть позже мне стало еще больше сносить крышу, и я начал пилить более ёбнутые видеоролики прямо из армейки, так как появилась больше свободы для действий и полета фантазии. Идешь такой, идешь по лесу, а там Константин Крест. Козловский! Где тапик, сука? Алло, ёба! В скором времени я начну выкладывать ролики, вот это пока что первый. Я никому до последнего не говорил то, что я возвращаюсь, потому что меня отпустили на 5 дней раньше. И я был на самом деле просто в шоке, когда меня отпустили раньше. Я до сих пор в это не верю. Я дома. Кетчуп-вентиль, а?